Представьте себе, что в треугольник вписана окружность. Проведем окружность через точки А, Б и. Здесь это не так просто сделать, но тем не менее давайте сделаем. Ну, примерно так будет. Согласны? Да. Замечательно. Здесь будут какие-то точки пересечения. Давайте вот эту точку обозначим X, вот эту точку обозначим Y. Задача. Докажите, что отрезок XY касается этой же окружности. У меня нарисовано, что пересекает, а на самом деле он касается. Задача красивая, заметьте. Что значит, что XY касается этой окружности? На самом деле это значит, что эта окружность является вписанной для треугольника XCY. Да. Что такое вписанная окружность? Ее центр лежит на пересечении биссектрис. Да, конечно. В треугольник. Проведем луч XI. Докажем, что это биссектриса. Как это сделать? Ну, здесь есть отрезок IB, угол AXI равен по теореме о вписанном угле углу ABI. Да, углы опираются на одну и ту же дугу. Из-за того, что I – центр вписанной окружности треугольника ABC, угол IBA равен углу IBC по величине. Отлично. Из-за теоремы о вписанном угле, вот, здесь угол IXY опирается на ту же дугу, что и BY. Да, вот все эти четыре угла действительно равны. И что? Значит, здесь биссектриса. Да, биссектриса. Мы знаем, что здесь тоже биссектриса. Да. Ну да. Значит, точка I – это центр вписанной окружности треугольника CXY. Отлично. Радиус такой же. Ну, это вот, да, это уже понятно, это расстояние до... Значит, касается. Отлично, молодец, решили. Все поняли? Mm-hmm.